Добрый день, уважаемые друзья! Продолжаем автоматизировать наши ворота. И на прошлом ролике было, я показывал, мы меняли направляющие, меняли каретки, снимали рамку. Я показывал, что нужно знать для того, чтобы ворота у вас работали надежно. Сегодня будем устанавливать саму автоматику. Я расскажу, какими критериями я руководствовался при выборе автоматики. Надо понимать вот что. Я лично живу в местности, где есть зима. И ворота зимой, идет дождик, и они промерзают. И для того, чтобы их сорвать, нужно какое-то определенное усилие. Поэтому мы взяли такую, знаете, помощнее. Вот этот редуктор, этот двигатель рассчитан на ворота весом в 1 тонну. У нас они вес там 200 килограмм, то есть запас очень хороший. Ну, я думаю, лучше пусть будет так. Это первое. Второе. Я хотел, чтобы в этом редукторе не было никакой пластмассы. По той же причине. Зима, пластик, это не очень хорошо. Здесь все металлическое. Я сейчас его сниму, покажу, как она тут устроена. И будем двигаться дальше. Единственная пластиковая вещь, вот это вот кожух. Дальше сплошной металл. Обратите внимание на размер этого двигателя. Супер. На подшипниках. Что двигатель, что вал. Здесь стоит бронзовая шестереночка, а здесь стальной червяк. То есть, по идее, это очень хорошо. Везде все на подшипничках, класс. Это все металлическое. Ну и сам блок управления. Мы потом его вскроем и будем подключаться и настраивать. И вот наше название. Это у нас в случае отключения аварийного электричества или каких-то проблем, мы можем открыть вот таким вот образом дверку нашу, такую вот, и после этого уже шестеренка свободно вращается. Если мы закроем ее, то есть ворота открыть уже будет невозможно при закрытом вот этой закрытой дверке или рычажке, как его правильно назвать. Вот, вот такая вот в комплекте идет реечка с крепежами. 4 метра длиной по нашим воротам. Ну и вот эту пластинку, я так думаю, на строечке. Это пластинка, которую надо будет закрепить возле наших ворот, для того, чтобы устанавливать уже потом сам редуктор на вот эти отверстия. Ну и в коробочке также дополнительно есть инфракрасные датчики. Очень еще немаловажная вещь. Здесь концевики не контактные такие контакты, а магнитные. Я так понимаю, здесь что-то стоит, наверное, типа герконов, и они отключают. Это зимой тоже очень хорошо. Оно регулируется во всех направлениях. Ну, я все покажу, как будем ставить. Следующий у нас идет коробочка. Это у нас лампа. Вот такая вот лампа. И к ней крепление. Где-то так. Автоматика позволяет установить GSM-модуль. Это антенка. Два брелока. И ключики. Это единственное, что мне не понравилось. Ключик, конечно, но просто можно было бы немножко как бы сделать и сложнее. Ну, они все, в принципе, автоматика. Ну, пластинка с какими-то там небольшими вырезами и фрезеровкой. Как бы слабовато, я думаю. Вот это единственное, что мне не понравилось. Так, в принципе, все очень хорошо. Следующее. Идут крепежи. Это если мы крепим на бетон. Ну и крепление двигателя уже к той пластинке, о которой я говорил. Это то, что у нас идет в комплекте. Все это я брал в той же компании, что и фурнитуру. Это компания «Новые ворота». Гарантия на вот это все 5 лет. 5 лет. И интересный у них такой есть моментик. Можно вернуть вот это все в течение года без объяснения причин, если вас что-то не устраивает.
То есть, я так понимаю, оно работает нормально, и люди особо не переживают. Ссылочку на вот эти все вещи я прикреплю в описании, если кому понравится, будете знать, где найти. И еще всем моим подписчикам бонус 500 гривен при покупке аксессуаров в компании «Новые ворота». Разобрались с комплектом. Теперь что нам нужно делать дальше? Сейчас надо будет вот этот редуктор выставить в том месте, где он будет закреплен, чтобы можно было определиться, какие надо будет приварить или прикрутить детали для того, чтобы он стоял надежно на нужной высоте и в нужном месте. Поэтому мы сейчас идем к нашим воротам и там уже на месте будем смотреть. Первое, что нужно сделать, это выставить наш редуктор на его место. На каких-нибудь подставочках для того, чтобы определиться, на какую высоту нам надо будет сделать металлическое основание для крепления вот этой пластинки. У нас есть две каретки и двигатель стоит по центру между ними. Это место, где меньше всего будет изменяться зазор между шестерней и рейкой в процессе открывания и закрывания ворот. Так как они открываются, они немножко перекашиваются, и закрываются, они немножко перекашиваются. И нам надо, чтобы зазор между рейкой и шестерней оставался одинаковым, около 1 мм. Эта пластинка должна быть выровнена горизонтально. Она не должна иметь каких-либо перекосов, так как все вот эти перекосы будут давать повышенный износ рейки и самой шестерни. Редуктор у меня стоит выше уровня земли, я говорил, так как у нас будет подниматься двор. И второе, это то, что у нас всегда здесь снега, ну, очень много зимой. Поэтому он умышленно поднят. Теперь мы проверяем, чтобы наши ворота не цеплялись за саму шестерню и пластик, который ее ограничивает. Ну, вот он стоит сейчас в нужном месте. Теперь надо будет вот эту реечку примерить так же само. Посмотреть, как это все будет, и привариться. В нашем случае ворота проходят через столбик, и крепление реечки немножко сложнее, чем обычно. Если ваши ворота стоят за столбиками, никаких вообще проблем с этим не должно быть. Сейчас я делаю крепление для нашего редуктора, и дальше уже буду крепить саму рейку. Вот я изготовил площадочку под наш редуктор. Она выровнена вот такой позиции по горизонту и вот такой. Теперь я смогу закрепить сюда редуктор через вот эти отверстия, просверлю в этом месте. И, в принципе, можно ставить реечку. Крепление рейки. Сама рейка крепится на вот такие вот проставочки, которые имеют небольшую, как бы, такую регулировку высоты. Их, я думаю, лучше выставить посередине. Следующее. В зависимости от конструкции ворот, по-разному крепится эта реечка. В основном она крепится на вот эту рамку ворот. Ни в коем случае нельзя заваривать ее, она вот здесь приваривается. Ни в коем случае нельзя приваривать на направляющую. Это связано с тем, что при сварке может образоваться с той стороны как бы обратный валик, который будет цепляться за подшипник, и в итоге вы можете вообще заклинить ворота, и потом будет проблема, придется вырезать. Поэтому крепить надо на вот эту вот рамку ворот. Моей, если у вас она по ширине равная направляющих, вообще никаких проблем нет. Вы просто крепите вот, такой, вот таким образом и все. В моем случае ворота немножко нестандартные, так как они, я говорил, входят в столбик. Поэтому я буду крепить ее вот в этом месте, на таких проставочках. Вот такие будут ставиться проставочки. Вот я их нарезал с эти миллиметровой стали. Они приварятся в этом месте и к ним уже будет вариться сама реечка. Значит, наши ворота должны быть полностью открыты. Вот они открыты. Нам надо, чтобы наша шестерня не была в самом конце, а здесь минимум должно быть 10 зубчиков. Это связано с тем, что здесь еще будет крепиться такой вот магнитный выключатель. Можно, в принципе, и на конце закрепить, но он крепится вот здесь очень хорошо. Поэтому десяточек зубчиков надо оставить. И это будет середина нашей шестерни при открытом нашем заборе. Вот он стоит. И теперь надо отметить
среднее вот это крепление, так как мы с него будем начинать выставлять. Вот я отметил серединку. Надо сдвинуть нашу метку. На середину шестерни поставить серединку нашу вот таким вот образом. И здесь мы будем заваривать, выдерживая зазорчик между рейкой и шестерней в 1 мм. Здесь мы будем ставить вот такую прокладочку. И на нее будем привариваться слегка. Ну и, понятное дело, вы должны еще саму реечку сдвинуть. Лучше всего, если она будет стоять посередине вашей шестерни. Так что вот таким вот образом я сейчас и буду ее заваривать. Первый сегмент рейки я приварил, слегка прихватил, я выставил везде зазорчик, и мне все хорошо. Теперь для того, чтобы соединить следующий, надо использовать струбцину, положить, у нас их несколько вот таких вот реек есть, для того, чтобы у нас сошелся шаг. Это очень важно, поэтому делается это, как видите, просто. Струбцинкой поджали одну рейку, и теперь мы положим следующую в нее. Так же самое прожмем струбцинкой, и наш шаг сойдется хорошо. Потому что тут, видно, есть зазорчик, где-то в миллиметр, наверное. Он должен и остаться. Ну, вот где-то так. Когда все зазоры выставлены, можно заваривать реечку. Вот сейчас ее заварил. Теперь мы можем проверить, как она ходит. Надо открыть от начала до конца наши ворота, чтобы не было никаких приклиниваний, заеданий. Особенно в местах перехода реечки, где они продляются. Открываем полностью от начала до конца. Открыли полностью, закрыли. Теперь подключаем саму автоматику. К редуктору я подвел кабель питания. Его можно сделать как подземкой. Я здесь закопал в такой пластиковой трубке. Так можно сделать и воздушкой, это уже зависит от условий, это не важно. Также я сюда подвел кабель, который будет идти между датчиками инфракрасными. И еще один кабель я провел на лампу. Первое, что нужно сделать, это подключить питание на разъем. У нас на разъеме есть написано 220 вольт. И здесь нюансик есть. Нам надо знать, где наша фаза, и правильно подключить наш коннектор, нашу фазу на правильный коннектор. Должна быть на фазе у нас стоит буковка L. И на земле у нас буковка N. Поэтому вот я подключил. Вот таким вот образом. Закручивается. И потом мы просто пихаем его сюда. Вот так. У нас ворота запитаны, загорелись индикаторы. Следующий шаг – это понять, правильно ли у нас вращается двигатель. Для этой цели нам надо нажать кнопочку на пульте, и ворота должны открываться. Если они закрываются, у нас неправильно подключен кабель питания двигателя, и надо два конца переставить. Пробуем. Начали открываться. Соответственно, у нас стоит все правильно. У нас, получается, ворота стоят как бы так попало, что редуктор настроен как бы на правую сторону. Следующий этап – это установка магнитов. У нас есть два магнита, они разные. Один и второй. Мы их ставим в любой позиции, вот таким вот образом. Не знаю, где какой. Можно немножко подкрутить, чтобы они не болтались сильно, чтобы не зацепили ничего. И теперь, если у нас магниты стоят правильно, то ворота остановятся или при закрытии, неважно. Сейчас они у нас будут закрываться, я так понимаю. Оп. Ворота пошли на закрытие и остановились на магните. Значит, я угадал магниты. Если же ворота прошли мимо магнитов, значит, нам надо остановить и поменять магниты местами. Опять я открываю их. Оп, они дошли до магнита и остановились. Теперь нам надо выставить магниты правильно. Я открываю полностью наши ворота. В таком ручном режиме. Вот они открыты. И ставлю напротив магнитик. И зажимаю.
потом можно будет подкорректировать, когда они будут открываться. Вы должны подкорректировать таким образом, чтобы при открытии и закрытии до упора оставалось где-то 1 сантиметр. Таким же самым образом ставлю и второй магнит. Проверяем, как закрываются наши ворота и как доходят до ограничителя, до упора. Ворота зашли слишком плотно, соответственно, надо магнит задний немножечко подвинуть центр ворот. Теперь надо обучить автоматику размер ворот. Ворота бывают разные, ходят близко, далеко, поэтому у каждого путь разный. Есть кнопочка «Тест», мы должны ее нажать, и ворота сами откроются, закроются, и тем самым несутся данные о размере нашего проема. Кнопочка «Тест» подписана. Нажимаем, держим. Вот наши пошли ворота на открытие. Закрылись. Теперь неплохо бы включить два вот этих первых переключателя. Это у нас плавный пуск и плавный стоп. Следующий этап — это привязать наши брелоки к нашей автоматике, чтобы тут есть несколько кнопочек и функции автоматики. Есть полное открытие, можно сделать частичные, и здесь еще две запасных. Я так думаю, может быть, если у вас есть где-то другие ворота, то вы можете одним брелоком воспользоваться и использовать их для разных блоков. В данном случае будем привязывать верхнюю на полное открытие и вторую кнопочку будем привязывать на частичное открытие ворот. Для этой цели у нас есть вот кнопочка под надписью K. Надо нажать кратковременно, и здесь надпись есть Full и Pad. Full — это полное, то есть когда я нажму, здесь загорится вот этот индикатор, и мы должны потом нажать вот эту кнопочку на 2 секунды. Значит, нажимаю кратковременно, вот у нас загорелось Full. Надеюсь, вам видно. Нажимаю верхнюю и смотрю на индикацию. Так, она потухла, не дождалась. Нажимаем кратковременно. Full, ждем. Вот она замигала, она привязалась. Теперь надо нажать два раза кратковременно, чтобы загорелся индикатор возле слова Part. Вот, он загорелся. И нажимаю второй раз. Индикатор замигал. Мы привязали наши ворота на полное открытие и частичное. Уже можно пользоваться воротами, если у вас нету инфракрасных датчиков, нету лампочки, можно уже использовать в таком состоянии наши ворота. Вот мы сейчас их попробуем открыть частично. Нажимаем вторую кнопочку. Вот наши ворота поехали. Где-то до половины откроется, да? Вот они открылись, такой вот проем калитки. Ну и закрыть можно любой кнопочкой, то ли верхней, то ли нижней, они закроются полностью. Они плавненько подходят, все как положено. То есть все, мы можем пользоваться воротами. Ставим крышку и радуемся жизни. Ну а сейчас, так как у нас есть датчики, у нас есть сигнальная лампа, я их подсоединю и будем настраивать датчики. Это уже, в принципе, это удобно, так как есть возможность, что кто-то во время закрытия ворот будет проходить, и чтобы не было травмы или ударит ворот автомобиль, можно использовать вот такие вот датчики. И еще, в самой автоматике есть функция усилия. То есть для того ее можно настроить, чтобы они не сильно жали, если что-то там где-то случится. Подключаем датчики. Датчики вот таким вот образом выглядят. Они разные. Надо вскрыть для того, чтобы понять, где какой должен быть. Так.
с двумя такими коннекторами. Это у нас идет на стойку, которая ближе будет к нашему редуктору. И с одним это дальний датчик. Соответственно, вот на эти коннекторы мы будем соединяться нашим заведенным кабелем. Ну а сюда дополнительно еще будет один этип. Проводка соединили, тут значение не имеет где, куда, какой. У нас имеет такую вот свободу движения внутренность нашего датчика. Поэтому направляем его приблизительно на наш противоположный датчик. Оставляем пока без крышечки. Если все будет работать, просто закроем. Соединяем выводы, которые у нас идут от наших датчиков. У нас есть вот такая вот схемка. Вот наших два датчика. Выходы 12-24. Они запараллелены у нас. Вот они идут. И они соединяются вот на AS12V 180 мА. То есть вот таким вот образом. И второй конец, который идет у нас, это будет еще один, который идет от фото, ГНД на НК и на ком. Я думаю, тут все понятно. И у нас все надписи есть на самой плате. Поэтому все соединяем. Это, кстати, очень удобно сделано. С надписями придумано вообще классно. Я думаю, что любой человек, даже который совершенно не смыслит в электросхемах, типа меня, может без проблем это все соединить. Питание у нас пошло. Теперь у нас остался вот еще один, который я сейчас и соединю. Здесь у нас уже имеет значение, куда какой. Поэтому смотрим по цвету. Соединили, проверили еще раз, чтобы у нас все было правильно. Значит, проводок фото у нас идет коричневый. И он идет у нас на НК. Коричневый. Вот НК. Все правильно. Соединяем. Так. Теперь нам надо активировать функцию наших датчиков. Фотоактив номер 7. Вот таким вот образом. Проверим, как работают наши датчики. Я закрываю и потом прохожу. Ворота должны остановиться и начать отъезжать назад. Закрываю. Поехали. Значит, у нас все настроено правильно, датчики видят друг друга и нормально функционируют. Следующее – это сигнальная лампа. Она мне нужна для того, чтобы видеть, что ворота в настоящее время активировались. Так, вот выводы нашей лампы. Они подключаются в высоковольтную часть, вот эту нижнюю. Где надписи есть. Здесь внизу есть надписи. 220 и ламп. Здесь также значение не имеет, куда какой проводок. Надежно все закрепляем. И финальная проверка. Если все работает, закрываем крышечку. Герметично. Все, чтобы было. Я все сделал. Наступило время финальных испытаний. Еще хотел сказать, автоматика позволяет настроить автоматическое закрытие ворот. То есть вы открыли их и через там 10 секунд или сколько настроите, ворота автоматически сами будут закрываться. Это удобно, вы открыли, уехали, ворота закрылись. Проверяем. Лампочка наша мигает. Ее можно настроить, чтобы она просто горела. В конце замедляется, все как мы и хотели. Теперь я закрываю и прохожу, смотрю, как работают датчики инфракрасные. Все, все работает, ворота, датчики увидели препятствие и открыли ворота. На этом все. Я стал счастливым обладателем таких вот автоматических откатных ворот. Это удобно. Ну, а вам всем желаю удачи. Заходите на канал, подписывайтесь. У меня еще есть много интересных вещей.
Всем пока.